среду в Самарской области пасмурно и дождливо, станет еще прохладнее. Температура воздуха в дневное время плюс 1, плюс 4 градуса, ночью 0, плюс 1. Ветер северо-восточный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и дождь, днем плюс 1, ночью 0 температура. Ветер северо-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя, днем 2 градуса тепла, ночью 0, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет дождь, днем плюс 2, ночью плюс 1, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 88%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.